Михайлович, все магазины в режиме старшего смены. Под нами по высоте примерно 7-этажное здание. Под нами. Значит, три больших технологических этажа. Это командный пункт. То есть отсюда будет управление подготовкой к пуску. Всеми. Нет. Ангару? Ангарским и другими. Вот то, о чем Владимир Владимирович сказал. Сделать универсальный командный пункт. Вот сама все по себе эта компактная схема. Вот в сентябре уже. В таком виде сейчас уже, соответственно, там внутри сейчас что, какая работа ведется? Устанавливаются кондиционеры, устанавливается оборудование, тепло уже подано. То есть там кипит работа. Ну, пока я его не буду, но поверьте мне, что так оно есть. Объект располагается на 100 гектаров земли общей. Объект это весь объект. Весь объект. 100 гектаров земли, значит. 170 объектов основных, их на самом деле 370, но 170 это основные объекты, которые здесь присутствуют. Особенность этого объекта, что 70% это подземное сооружение, 30% только наверху. Остальное все под землей. Вот один раз приезжал, по-моему, еще не было. Да? Не было. Вот был этот этаж, мы один этаж подняли, вот это собрали. Значит, здесь не все было сделано. Мы сейчас подняли все это после сентября месяца, все закончено. И вот КЗБ. Котлованы, кругом только все сверкало. А какая вся толщина вот, мы, вот этого вот лотка? На основании сколько вот есть? Вот эта лотка, это 2 метра, это пригруз, так называемый, это от сейсмики. Делается. Потом идет плита, вот плита закончена вот здесь. Uh-huh. Потом на хлёст плита пойдет уже. Армируется, плита уже 50 сантиметров идет, и она окутывает весь уже. То есть еще наверху? Да. Вот здесь сделано, вот там еще не сделано. Uh-huh. У нас 2 метра. Uh-huh. Это маячки стоят уровни, да? Маячки, да. Это уровень как раз вот идет, вот уровень, который потом понятно. Уже ляжет у нас плита. И сколько будет бетона? Ну, 2,50. У нас вообще на объекте 400 тысяч кубов бетона. 400 тысяч. На первом сооружении 200. Вот половина всего бетона это 200 тысяч вот в этом объекте. И у нас это основной объект, он масштаб. Он такой приличный.